Благочение Серпуховского церковного округа и православные прихожане прошли крестным ходом с иконой Божией Матери «Взыскание погибших». Икона не имеет отношения к мертвым людям. Погибшим принято называть потерянного в собственной жизни человека. В военное время люди просили именно этот лик святой о защите близких и родных на фронте. Божественное изображение совершает чудо и при борьбе с различными заболеваниями. Верующие взывают к иконе Божьей Матери «Взыскание погибших» о помощи преодолении недугов душевных и физических. На время крестного хода было перекрыто автомобильное движение. От Ильинской церкви православные беспрепятственно прошли по улицам города. Благочинный Серпуховского церковного округа Игорь Чебан выразил благодарность администрации города за оказание помощи в организации крестных ходов. По окончании крестного хода на территории храма всех святых состоялся праздничный молебен. Тебе прибегаем и вопием, не остави нас твоей небесной помощью. В период с 26 июля по 23 августа икона Божьей Матери «Взыскание погибших» будет пребывать в городских приходах Церкви Сретения Господня, а также в Спасском и Богоявленском храме.